В эфире прогноз погоды. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. Двадцатое августа – день мученика Марина. Согласно русским народным поверьям, аист – птица, приносящая счастье. Считалось, что если в этот день аист готовится к отлету, то и осень будет холодная. Чуть позже поделюсь своими знаниями об этом дне, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажет плюс 17, плюс 29, в Ефремове плюс 16, плюс 28. В Белеве плюс 17, плюс 29, но в Московске плюс 17, плюс 28. По прогнозам 20 августа температура в Туле будет колебаться от 16 до 28 градусов по Цельсию. Преимущественно ясно. Влажность воздуха составит 46-56%. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. Следите за здоровьем. Двадцатого августа почитается память мученика Марина, который жил в III веке. Согласно преданию, он был казнен язычниками, которые отрубили ему голову. В народе 20 августа отмечают наступление осени и постепенное завершение лета. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды и отличного настроения. С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.